Оба. Wi-Fi подключили, блядь, в деревню. Ты агришься, рефли? Я? Да, да. На финале. Нормас. Да, агришься. Блядь. Бля! Смерть. Блядь! Бля! Чё, ебанутая, нахуй? Блядь, чё за нахуй? Братан, скипай. Блядь? Скипай. Так. Далее это 6 марта. За. Слушай, это уже второй человек, который говорит, что я гей. Чувак, если в 2001 году. Где музыка, блять? Блять, пацаны, давайте вот это чуть позже прочекаем, потому что сейчас мы смотрим видосы. Я не понимаю, блять, откуда звук не тот. Один XBET. Одна, блядь, проскоряку, другая. Да, блядь. Фотография. Позирует. Теперь хочу вот эту. Я знаю, что нами выиграли БП 2-0. Я в курсе, ребята, спасибо. Рекоменд best турнир. Так, подожди, нам надо. Давай король. Я не могу король, открыть, я не давай, 10 а я раз. Уже, кстати, делал пароль король орел. Наверное, почти. Можно уже ставить духовку. Какая же пицца без моцареллы? Точно, мы забыли совсем про сыр. Что, блядь? Асна. Что с кейтями? Пожалуйста, проснись. Что с кейтями? Там никого нету. Да, никого нет. Да. Пиздец, блядь! Тебе пизда это ночью. Это страшно. Буяк. Тын-тын-тын-тын. Видос готов, пиздец, я не знаю, что это за видос. Я говорила, что, блять, фортнайтеры это не люди. Гуманоиды, блять, планеты жопа. Как можно так играть? Я сейчас разобью что-то. Пиздец. Самое печальное, сука, что у меня 120 минут и... Я не могу пройти вот эту хуйню. Я просто не понимаю тайминг. Я не пройду ее. Паники было пиздец у вас. Когда ты стараешься, работаешь над контентом, создаешь интересные шоу, а в нарезке попадает, когда ты говоришь про стоячий! За что нарезчики? Даб-даб. Что такое кушаю? Где мышка? Смотри. Берешь? Обе, бай, хлебушек. Как у меня есть модесл просто раньше скиплы клипы. Блядь, никто не ссорился, никто, блядь, не мирился. Просто сейчас на стриме ты одна, и никакого мерзкого контента вроде не происходит. Этот процесс называется кушаю. Поэтому не скипаю. Немножечко. Макарошечек, блядь. Опа.
экспертизу, они примут за основу для расчета тоже стоимости полного страхования жемчужины, за которое мне придется заплатить... Не делай этого, не страхование зданий. Блядь, как больно, пиздец, как они это делают. Да ну, пизду все. Что ж... Ну, я могу включить философа дохуя. Давай. Хуёво не значит плохо. Так. Угу. Что это значит? Все, это может что угодно значит. Но неплохо. Понял. С курьером. Чат записали? Я, ну вот, например, смотри. У меня хуёвая пушка. Так. Нет. Разве плохо? Я так не делала. Ведь у меня есть пушка. У тебя есть пушка, это хотя бы что-то. Да. Это нормально. Это нормально, типа. Но хуёво. Но хуёво. Нормально, но хуёво. Ну, типа, могло быть лучше. Но могло быть и хуже, блядь. Могло типа. Быть намного хуже. А ты когда-нибудь пробовал горячую штучку? Потому что у тебя очень мало времени, так как ты много стримишь, а для готовки всего лишь нужно 2 минуты, и это очень вкусно. Я с тобой полностью соглашусь, я, в принципе, так и делаю. Да. Что это за вид? Яркий бум, бум. Ай, молодцы, эти улыбки, это просто тема. Яркий бум, запоминайте, посмотрим, что они там готовят. Вот смотрите на эти лица. Ой, обожаю. Ля. Давай попробуем. Давай. Какие чебу... Бля, чебупицца, это вообще тупо еда. Блять, хочу чебупицу. На самом деле, действительно вкусно. Бля. Думаешь, ему вкусно на самом деле? На самом деле действительно вкусно. Угу. Хочу чебупицы. Интересно. Ванзай, ничего не вышло у него, понимаете? Я же зашла, блядь, только что. Нани. Исполила. Стича. Не нашел. Убей жену. Блять! Вы угораете, как я ее убью, если... если у меня нет доступа к управлению к дому. Или можно с ней познакомиться, подружиться, короче. И у себя на... Пригласить ее к себе, застроить ее стенкой, а потом сюда вернуться. Страшный ты человек, сказать, Вова. Мужик, а, вот это, блядь, вы мрази. Страшный, конечно, ты. Ой-ой-ой, человек, ребята. Вова. Так, нельзя, вы понимаете? Короче, рассказываю для тех, кто только что пришел. Моя задача. Это жена одного богатого мужика. Значит, это жена богатого мужика, и мне нужна хата этого богатого мужика. Но, к сожалению, какой ты он не так пиздюк уж прост. Он говорит, что он женатик до хрена, поэтому я решил придумать гениальную идею вместе с подписчиками. Посадить эту жену, подписчики пригласить придумали себя домой, застроить ее, чтобы она помела. Я и придумал потом, гениальную, принципе, идею вместе с подписчиками. Залазь. Ну, тебе должна понравиться, точила. И денег много, смотри. 344 тысячи долларов. Так, это что сейчас было, блядь? Иди работай, блядь! Ебать, бабка, блядь. Проститутка! Бабка лишила секса. Что за хуйня? Ногу колечки. Вот он. А, это девочка. Когда я вырасту, я стану девушкой в таверне. Не Лолита. Алита. Алита боевой... Да не Алиса, господи! Я знаю, но было бы забавно. Бубу, Драк 2. Привет, Гуакамоле. Алита боевой ангел. Смотри, что купила. Этот фильм смотри, посмотрел. Смотри, что привезли. Это значит, тебе пора заткнуться. Смотри, что привезли. Больше так не шутите. И все, давал 40 минут, потом еще смерть дала ТБ второй шанс. Ой, давай. Бля, я бы поиграла, короче, где-то тема дыр. А мы любим мед. Я бы поиграла в Sims, создала каких-нибудь... Ебать, я запарила всю хату. Бля. Пиздец, такая дымка в квахате. Теперь, а Тайджаст второго такого не было. Кондей, помоги. У второго драга краска быстро лазит. А, тут ничего не должно слезть, потому что это же типа
прорезиненная штука. Вроде не должно ничего слезть. Типа, где тут краска слезет? Сейчас. А, с другой стороны? Здесь, что ли? С черной стороны, серьезно? Эта сторона лучше. Серьезно, с этой штуки слазит краска? Лол. Ну, бля, будет слезать краска, заклею стикерами своими, вообще насрать. Типа, у меня стикер мне нашел. Посмотри, у меня замечательные стикеры есть. Надо будет, правда, сделать стикер... Какая у меня рука худенькая. Стикер... Стикеры поменьше и заклеить. И нормас будет. Че я говорила? А! Думаю, поиграть как-нибудь в Sims, создать там фриков каких-нибудь. Испаривать их. Ты мне повезёт, со мной не повезёт. Ты человек, человек, а мы любим мёд. А кто везёт, а танцы унесёт. Чтобы позиция стала... Он тоже вот смотрел! Вот. Он тоже но смотрел! При этом ты не должен отрывать руки от ручки. То есть ты не должен отрывать руки. Кстати, можете заклипать и кинуть какие-нибудь нарезочки, пусть стримеры попробуют. То есть вот, у тебя позиция такая, она должна стать вот так. Вот. Чувак, это надо делать быстрее. Руки вот так, и они должны стать вот так. Как ты можешь это сделать? Вот так вот сделай. Блядь, давай. Только вот. Что показал, как блядь, это сделать. Блядь, страшный, ёб... Блядь, не хак. Ты все испортил. Я включила кондей. Да, конечно, они страшные. Фу, ёб твою мать. Конечно, она не страшная, да, Златуш? Боже, фу, какая фу, блядь. Уже слезы текут. Блядь! Сука! Кусок улетел. Давай послушаем, что там. Говорят, возможно, без меня бы, без этой песни меня бы и не было. Блядь! Да ты куда на землю, блядь? Иди помоги, нахуй, на полутру, блядь! Валю, мисс мясо.